Рэпер СТ изменил привычный уклад жизни новоуренгойской семьи. Артист сделал семейству Васюренко подарок, тем самым повлияв на старшее и младшее поколение. О том, как изменились вечера мастера газодобывающего промысла, смотрите в нашем сюжете. Буду на руках тебя носить, словно часы. Роли-р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 оли
И когда родители мне предложили сняться в видео, то я с радостью согласился. Мне тоже очень нравится сниматься в видео. Пожалуй, это видео и стало новым ответвлением в семье Васюренко. Креатив многодетных родителей заметил и рэпер СТ, который, к слову, свой карантин тоже предпочел проводить весело и с пользой. Сниматься видео пришло месяц назад на самоизоляции моей супруги. Она мне показала в соцсетях, как рэпер СТ со своей женой Асоль создали такой челлендж. Мы в нем приняли участие, хорошо провели время, нам это очень понравилось. Спустя время они разыграли приз в этом челлендже, нам удалось в нем выиграть. Теперь ты выбирай, глаза закрывай, смотрим. И... Этого папу очень многие отметили, писали, даже какой он милый. Попробовав себя в новом амплуа, мужчина признается, вошел, что называется, во вкус. Свою роль в становлении новоявленной семьи блогеров сыграл, конечно, и СТ. Вдохновил, наградил и отправил в творческий путь. Ну а далее нам понравилось это все, начали дальше снимать видео, где-то брать свое что-то придумывать. Далее еще будем снимать, еще в соцсетях много идей, в голове тоже крутятся идеи, что-то придумать свое, где-то что-то взять. Отец семейства признается, что останавливаться не собирается. Вместе с детьми и любимой женой он планирует и дальше снимать забавные ролики и запускать челленджи на своей страничке. С новоуренгойской семьей познакомилась Лала Гасанова, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.